Добрый день! Москва, экспоцентр. На выставке товаров для оптовых закупок Christmas Box. Новогодние товары, декор, подарки, елочные украшения. Рассматриваем фирму Green Country. Green Country – постоянный участник этой выставки. Захожу сюда с большим интересом. Заходя в павильон, сразу попадаешь в атмосферу новогоднего пряничного домика. И хотя мне интересны только елочные игрушки, здесь рассматриваю все. Лично мне очень понравились коллекции из стекла. Фужеры, бокалы, стаканы, подсвечники. Они здесь необычные и очень красивые. Цена начинается от 800 и выше. Хожу кругами возле каждой нарядной елки. В ветвях можно найти столько удивительного, восхитительного.
эти шишечки по высоте около 50 сантиметров. Не один раз видела эти пластиковые капли-сосульки в продаже в интернет-магазинах, но не привлекали. Но как они смотрятся на елке, чудо как хороши! Интереснейшая, богатейшая коллекция кукол-скульптур для рождественских сцен. Надеюсь, эти чудеса вам тоже понравились. Но не забывайте, фирма только для оптовиков. Но в любом случае, мы увидим это в продаже уже в этом году.